Здравствуйте. Вот мы и вернулись к Sirius M2. Мы начинаем второй эпизод Магнор. И это его первый уровень. Так, начинаем вот здесь, оборачиваемся сразу. Идем вот к этой удочке. Потому что нам нужно оружие. Чтобы разделаться вот с этим чуваком. Короче, гранату ему кинуть. Это был наш первый секрет, между прочим. Здесь еще есть броня. Он тут демонстрирует нового врага. Пока патронов у нас не так много, воспользуемся вот этой штукой. Потому что не так уж много я и уделял внимания. От слова совсем. Больше ничего нет, насколько я помню. Взорвем бочки, чтобы не мешались, потому что этот контейнер взорвется. Далее здесь еще ребята. Там наш любимый пулеметчик, которому мы закинем сюрприз. И еще один. Патроны у нас кончились, но ничего страшного. Возьмем револьверы, чтобы расправиться вот с этой ведьмой. Она стреляет самонаводящимися черепами, от которых можно увернуться, если захотеть. Далее мы зайдем вот в эту область, и тут нам дадут новое оружие. Плазмоган. Ой-ой-ой. Пулеметчик. Я про него забываю всегда. Ничего страшного. Потихоньку расстреливаем всех этих негодников. Я получаю чересчур много урона здесь. Но думаю, мы справимся. Ну да. Здесь еще захватим гранаты в углу. Да, кстати, здесь еще есть секрет. Это вот такой вот манок для уток, который призывает лягушек. Такие вещи еще будут появляться на этих болотистых уровнях. Благо этих уровней всего два, насколько я помню. Вот этот и следующий. Ой-ой-ой. Я получаю катастрофически много урона. Но благо там есть большая аптечка. Надеюсь, мы до нее доживем. Ой. Эту ведьмочку бы выцепить. Отлично. Мы слышим биомеха. Но пока нам не до него. Нам нужно поставить вот эти вот вещи сюда, чтобы запрыгнуть на контейнер. Упс. Да. Такое иногда случается. Так, нет, я сначала поправлю этот ящик. Да. Нормально. Аккуратненько ставим эту бочку. И запрыгиваем наверх. Получаем супербомбу, которую мы все равно не будем использовать. И я довольно мало здоровья, поэтому я не буду выходить в открытую. Расстреляем этого паренька таким образом. Еще гранату ему отправим. Отлично.
И далее нас ждет финальный бой. Теперь внимание на этот контейнер. И на следующий. Далее вот там у ворот будут появляться много-много врагов, в том числе и несколько пулеметчиков, которых лучше отстреливать в первую очередь. Также следить за летающими ведьмами. Потому что они тоже могут испортить день. У нас здесь есть боеприпасы, так что можно спокойно отсюда вести огонь. Главное вовремя расстреливать пулеметчиков и уничтожать ведьм. Так, это плохо на самом деле. Пулеметчики вроде кончились. Да и остальных не видать. Единственное, один чувак все время на этом балконе отдыхает. И также... Вот здесь нам нужен рычаг. Мы его сейчас найдем. Пока что зайдем в эту область, чтобы убить вот этого паренька. И пойдем уже за рычагом. Который находится вот прямо здесь. Также здесь есть секретик. Вот такой вот крокодил-футболист. Милаха. Как его? Цукер. Его зовут Цукер. Отличная работа, дружище. Ну а нам пора на выход. Вставляем рычаг и выходим с уровня. Да, вот второй эпизод начинается достаточно бодренько. Это радует. Следующий уровень, насколько я помню, тоже довольно сложный. Ну, на самом деле они не то чтобы сложные, просто. Я достаточно давно не играл в Serious Sam 2. Ну, плюс еще я не так давно закончил Serious Sam 4 и как-то переключаться между играми, там разные механики, вот это вот все, и немножко сложно адаптироваться, но мы справились. Да? Так что, до следующего раза. Спасибо за просмотр и всего хорошего.